Как и болезнь, пожар проще предупредить, чем потом страдать от его последствий. По статистике, в России до 70% пожаров происходит именно в частном секторе. По итогам 2 месяцев текущего года в Ленинске-Кузнецком произошло 14 пожаров, 10 из них в частных домах. В поле зрения Госпошнадзора улица Тюменская на 4-м участке попала не случайно. Именно здесь с начала года произошло 2 пожара. Причина одного из них – неисправное печное отопление. Давно известно, что при неправильной эксплуатации печь в доме может представлять реальную угрозу для всех жильцов. Вот когда в доме печка, это опасно? В доме печки? Да. Конечно, опасно. Как же не опасно? Нет, ну если никто не будет туда вставать. Нет, ну почему не опасно? Опасность номер один. Ну, если угли выпали из печки, там еще что-то воспламенилось, загорелось. Понятно, но следить же надо. Так-то, конечно, если соблюдать все нормально, топить и... В нашем-то доме там еще это... Печку вовремя прочищать трубу, чтобы не скапливались сажа и так далее, потому что она взрывоопасная, тоже может воспламениться, сгореть. Об этом знают далеко не все. Креативные жильцы этого дома растапливают печь не углем или дровами, а пластмассой. Впрочем, это сразу же видно по непроглядно закоптившемуся потолку. А удушающий запах едкого дыма чувствуется, как только заходишь в дом. Невольно задаешься вопросом, как в этом тумане вообще можно находиться долгое время. Одним предупреждением новаторы не обошлись. Их метод обогрева жилища будет рассмотрен на административной комиссии, как один из самых опасных. Помимо профилактических мероприятий и бесед с владельцами печей, в области реализуют специальную программу. В домах малоимущих семей устанавливают дымовые датчики. В случае задымления они издают мощный сигнал, который способен разбудить спящего человека.